Каждое упражнение желательно делать не менее 96 раз. Это так называемая стрельниковская сотня. Или дотягивать до стрельниковской тысячи. В сумме все 10-12 упражнений, которые вы для себя определите. На эту зарядку не надо тратить больше 15 минут в день. 15 минут достаточно, можно меньше. Давайте попробуем первое упражнение – ладошки. Мы сейчас будем сжимать ладони, и когда мы их сжали полностью в кулачок, будем делать вдох. Потом разжимаем – это выдох. И вот как будто мы пальцами помогаем себе выталкивать излишний воздух из нашего организма. Покажу. Все делаем в темпе марша. А выдох где? Смешно. Я делаю, меня научили так. Я привыкла, я делаю выдохи носом. Выдохи можно делать и носом, и через рот. Можно делать так. Да? Какая бабля? Да. Меня научили делать через нос. Попробуйте, как вам удобнее. То есть можно делать открытым ртом, можно делать закрытым ртом. Как вам удобно? Когда сжимаешь вдох? Да. Когда сжимаешь, это вдох. Это вдох. Когда разжимаешь, это выдох. То есть если бы вам это упражнение предложили в каком-нибудь спорте, оно было бы обратным, да? Вот это был бы вдох, да? Вдох, расслабление, вдох, напряжение, выдох. Правильно? Мы делаем наоборот. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Темпе марша. Как я увижу, что ваш организм не справляется, что вы перебрали дыхание и дышите грудью, у вас перестанут раскрываться пальцы. Вы будете делать вот так. Начнете 1-2 раза правильно, а потом будете делать так. Меньше. Да. Значит, ваш организм сигнализирует о том, что он устал, ему тяжело, он не понимает, что с ним делают. Поэтому ваша задача здесь, на этом этапе, следить за вдохом и стараться пальцы выбрасывать, чтобы они подталкивали выдох. Основная задача сделать резкий вдох, используя вот эту вот часть. Да, резкий вдох носом, чтобы слипались крылья носа. И воздух будет проталкиваться, ложиться на диафрагму. Прежде чем мы начнем делать, проверьте, пожалуйста, пружинистые или упругие у вас ноги. Ноги желательно поставить на ширину плечей. Разверните плечи, раскройте плечи. Проверьте осанку. Стасик себя переоценивает. Если ему удобно, да, то можно упражнение делать так. Это можно, да, делать так. Все наше тело, все абсолютно в нас, говорит о нас. Итак, приготовились. Исходное положение по моей команде. 3-4. Начали. Спасибо большое. Сделали 8. Вниз выдохните. Избавьтесь от излишков воздуха. Избавились. Хорошо.